Дорогие студенты ВИАТГУ, я знаю, что вы у нас замечательные, прогрессивные, творческие люди, которые интересуются событиями, которые происходят в нашем городе. У нас есть уникальная возможность совместить приятное с полезным. 23 октября в Гауди Холл состоится благотворительный концерт с участием замечательных групп Торбана Круче, Эль Танго, ряд других коллективов. Будет очень интересная, приятная программа, с одной стороны. С другой стороны, все средства, которые будут собраны с этого концерта, пойдут на очень благие цели, на благотворительность, на восстановление культурного наследия нашего города и области. Вы все знаете прекрасно Спасский собор, который есть в нашем городе. Ему нужна помощь, он должен восстановить свое было величие, красоту, и оставаться и продолжать развиваться, быть духовным центром нашего города. Мне будет очень приятно вас увидеть на этом мероприятии, на этом концерте. Сам с удовольствием на него схожу. Давайте хорошо проведем время и сделаем доброе дело.